Привет, друзья! Хочу вам процитировать мнение российского политолога Дарьи Гривцовой. Пашинян видит, что Россия не заинтересована в конкретной поддержке Армении против Азербайджана. Поэтому в сложившихся условиях Армении ничего не остается делать, как вырабатывать новую стратегию. Плюс Пашинян, возможно, хочет посмотреть реакцию внутренней аудитории и понять, насколько он может двигаться дальше. По сути, ему нужна сильная финансовая политика и существенный экономический рост. А это невозможно без разблокировки коммуникаций. По моему мнению, друзья, Пашиняну не светит никакой экономический рост, пока он не пойдет на уступки Азербайджану и Турции. И это вне зависимости от того, что об этом будет думать Российская Федерация. Ведь дружба с Россией никак не помогла Армении стать развитой во всех смыслах этого слова страной. Если армяне решили борзеть в сторону своих соседей, зарясь на их территории и угрожая им, ни о каком экономическом росте и речи быть не может. Армения будет в полной блокаде, и никакие инвесторы попросту не смогут нормально сотрудничать с Арменией. Поэтому Пашиняну стоит проявить жесткость по отношению всех тех, кто пытается расшатать ситуацию в стране. И ему нужно развернуть армянскую агитационную машину в сторону сотрудничества с Азербайджаном и Турцией, параллельно исполняя условия ранее достигнутых договоренностей.